Алексей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Сегодня мы представляем компанию SendPulse. Это наша компания, мы сервис email, sms, viber, push рассылок, то есть это массовые рассылки. Возможность отправки с нашего сервиса как email, так и sms, так и в комплексе. Недавно мы запустили также Facebook Messenger, то есть все возможные методы коммуникации с клиентами вы можете найти на нашем сайте. Расскажите о главной цели на этом мероприятии. Ну, основная цель – это нахождение новых клиентов, встречи уже с действующими клиентами, показать свою компанию, то есть продвинуться вперед еще дальше. Интересно узнать, как вы видите тренды, которые актуальны на сегодняшний день. Ну, на текущий момент актуальна любая коммуникация с клиентом, потому что с клиентом нужно работать. Постоянное какое-то общение, поддерживать с ним связь. Самыми актуальными сейчас являются email, sms, viber. Пуш-уведомления довольно актуальны сейчас, и они довольно популярны среди клиентов. Это браузерное уведомление. Можно ли говорить о каких-то прогнозах, ну хотя бы не по тому, что будет существовать дальше, а как долго? Скажем так, как долго, пока есть клиенты, пока все будет существовать. Мы постоянно развиваемся, постоянно добавляем что-то новое, поэтому мы всегда рады приветствовать новых клиентов. И, насколько знаю, ваша компания также работает с нами. Да, все верно. Спасибо вам огромное. Успехов в работе. Спасибо большое. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.